Всем добрый вечер. Я певица Слава. Пришла с премией РУ-ТВ. Замечательная премия. Всех поздравляю номинантов, всех вручантов, всех, кто там был. Вот. Ну, суть не в том, что... А суть в том, что одна прекрасная особа, которую, в принципе, всегда уважала, любила и люблю. Ну, может быть, она не знает суть дела, но по вине другого человека, из-за которого все произошло, угрожает мне физической расправой. Так что, если со мной вдруг что-то произойдет, вы знаете, прекрасная... Не хочу, я не такой человек, как вы, вот, не хочу говорить имена, что люди знают ваше имя, если со мной что-то с моей семьей случится, все знают, кто и что мне угрожал. Вот, и поэтому я знаю, что сначала были два раза неправы, и потом я тоже сделала неправильный шаг, может быть, что-то, ну, а потом вы вдруг взяли в спину, мне наорали и начали угрожать. Короче, неважно, суть в том, что я вас всех прощаю, вот, и расправы мне не надо грозить.